Где у нас шестимесячная Биби? Биби шестимесячная. Ладно, ребята, у нас очень вкусно. Спасибо, что вы пришли. Ты сфотографируешь Славу, мам? Обязательно. Слава, сфотографируй сейчас. Вот, отлично, видишь свою кучерявую головку? Чиз! Да, сфотографируй. Эй! Ну, покушай свою ножку. Она ой! Это что такое было? Это что такое было? Да, ну покушай. Она вкусная у тебя. Всем торт, а тебе ножка. О, какая вкусная ножка. Особенно вот один пальчик у нас просто вместо свечки. Когда ты покажешь ей. Чё-то Диана у нас так не помню, не ела. Ела. Наташа, ты все как Диана пошла. Да, я знаю, на верхнюю часть съедает. Нет, это свечка. Вот. Главное, свечку не задеть. Да, мой золотой? Диана. А? Главное, свечку не задеть, чтобы свечка всегда была рядом, да, в центре. Вот так. Фу. Может, она хочет Вика тоже на этот получить это. Да, давай. Да. Нет, она не хочет. Да, поговори. А то мы 6 месяцев не говорили. Мама, скажи, мама. Давай что-нибудь новенькое нам, 6 месяцев. Скажи, мама. Скажи. Скажи, мама. Скажи. Слюни. Ой, скоро вылезут зубы. Слюни вовсю. Разговор. Дианочка, вытри ротик, а, пожалуйста. Да, она умеет, она у нас помощница. Как ты у нас ротик ниточки вытираешь? А то она вся в слюнях. Не знаешь, как к ней подойти? Ты ногу вытащи у нее изо рта. Она, по-моему, засунула в рот что-то, нет? Нет. А что она там так со смаком? Нет, не успела. Не салфетку, нет? А, салфетку, как это? Дай. Ой. Ты что ж мою руку-то? Ага. Я говорю, что-то со смаком там. Это точно салфетка была. А? Колобок. Оказывается, когда американцы проверяют это детей, это вот таких вот маленьких, у них на экране космофиоздики вылезают. Они же лысые. Да, вот, да. Они вылезают в мафиоздики. И моя сладкая. Ох, какая нога. У тебя прям не нога, а прям она так ей орудует. Ой, чем недовольны? Вот какой вкусный тортик, да, доченька? Да. Ой, свечка упала. Она еще дальше хочет съесть. А это свечка.
Ну, кушай, кушай мой кусок. Я доем, что там осталось. Ешь, ешь, ешь. Ну, кушай, только хорошо кушай. А то мама снимает тебя, ты кушай. А. Ну, расскажи, расскажи нам, доченька. Никульчик, расскажи нам что-нибудь, расскажи. Скажи, мама, 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 мама. Или папа, 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 папа. Не хочешь, да? Ну ладно, ну не хочешь, не надо. Я ж тебя не заставляю. Я выпустила. Я посмотрю, по-моему. Не надо. А, мама, мама, мама. А, что такое? Что такое? Взять тебя на ручки? Я не хочу такое чёрное. Ну да, я уж поняла. Чёрное. Чёрное. Раздраконила.